была надпись Чулаком, которая рядом с новым мостом, был положен новый газон, красиво, замечательно. Только, к сожалению, во-первых, он поплыл этот раз, а во-вторых, все цветы вокруг него, в том числе и рулонный газон, тоже весь желтый, то есть он выцвел, испортился. То есть я не знаю, как это гидрогель, как это было сделано и почему я не ухаживаю. На гидрогеле, конечно, сцепления с почвы практически нет. Большой склон, почва глиняная. Это так называемый спонсорский эксперимент саратовской компании BioMed, кажется, которые решили в самых жестких условиях показать, как он работает. Поэтому мы солидарны с вами, с тем, что ухаживать с нашей стороны мы ухаживаем в полном объеме, выливаем неограниченное практически количество воды в темное время, когда это лучше всего. Ну, а компания сказала, что будет все переделать за свой счет.